Дорогие друзья, всем большой привет! С вами Петр Грик на канале «Звездные секреты». Второй выпуск передачи «Привет, Андрей», посвященный юбилею композитора Игоря Крутого, показал телеканал «Россия-1», где Димашу Кудайбергену было уделено больше внимания. Можно сказать, что по содержанию этот выпуск правильнее называть «Привет, Димаш». Первая часть передачи, как вы помните, прошла так, что Димаш почти все время молчал, как в лучших казахских традициях, когда разговаривают только старшие, а молодые только слушают, особенно за столом. В этой второй части передачи все вели себя также замечательно, даже ведущий программы Андрей Малахов, который славится своими провокационными вопросами, сразу извинился перед Димашем за то, что представил его как нового секс-символа на новой волне в Сочи. Он заявил: «У меня Инстаграм просто обвалился. Мне писали, как вы могли так называть его? Он национальная гордость. Какой секс-символ? Прости, что я так представил тебя», – извинился ведущий. Честно говоря, меня тоже ломануло. Не осталась в стороне Ирина Аллегрова. Далее Малахов продолжил: «Увидев, какое количество цветов тебе дарят на концерте, какой ажиотаж у совершенно разных возрастных категорий ты вызываешь, я был впервые свидетелем такого. Извини, Филипп», – отметил Малахов и извинился перед Киркоровым, который, к слову, не понял, за что перед ним извинились. «Время идет, меняется. Главное, чтобы не забывали про классику», – пошутил певец. Димаш отметил, что в Казахстане он стал узнаваемым после победы на Славянском базаре, а мировая слава пришла к нему после участия в китайском шоу «I'm Singer», куда Берген не стал говорить, что подарила родителям, посчитав, что это будет нескромным. Кроме того, певец признался, что запомнил лицо своей первой поклонницы из Китая. На вопрос о личной жизни Димаш предпочел не отвечать. «Мне кажется, Ирина Александровна сейчас себя установит просто», – пошутил Малахов. «Он большой артист, и я так приветствую, что он оставляет за кадром, за кулисами что-то свое, личное. Не трогайте его, он чистый», – сказала Ирина Аллегрова. «Ой, ну просто вот респект и уважение Ирине Александровне, какая мудрая женщина. Она ведь родилась в Баку и понимает, что у Димаша ведь другой менталитет, воспитание. Димашу рядом с ней, думаю, было очень комфортно на этой передаче. Да и они еще успевали шушукаться на ушко. В общем, в этот раз все были на высоте. Даже редакторы передачи показали ограниченно очень щекотливый эпизод с совместным пением после закрытия чемпионата WorldSkills в Казани. Зрители передачи увидели сюжет только до того момента, когда Димаша остановил слушатель и попросил петь только его одного. На этом месте, думаю, Бедросович аж выдохнул с облегчением, что не показали полностью и вторую часть. Там уж было явно видно, как Димаш поет намного интереснее Филиппа. Димаш признался, что с начальных классов смотрел на выступление Игоря Крутого, мечтая выступить с ним на одной сцене, и что его отношения с маэстро давно перешли грань рабочих, и их общение больше похоже на общение отца и сына. И, конечно, очень трогательный момент, когда Димаш слушал песню девочки. Она была, как сама себя назвала, с особенностями и приехала на зал съемок на самоходной коляске. Димаш просто стоял, раскинув руки. В его глазах, конечно, заблестели слезы, как и у большинства в студии. Когда песня закончилась, то он не смог ее не поцеловать в щечку.
В общем, где дети, там и Димаш. При нем детки окружены всегда заботой. И заметьте, Димаш подошел к этой девочке, которая была как будто одна в студии. И был при ней все время. А вот хитрый Малахов взял на руки маленькую внучку Крутого. Очень кстати, напомнил Димаш о том, что вместе выступят на творческом вечере Игоря Крутого 26 октября в Нью-Йорке, 30 ноября в Дюссельдорфе и 29 ноября пройдет сольный концерт Кудайбергена в Санкт-Петербурге. На передаче присутствовали московские Диерс, о чем они сделали отдельный ролик. Конечно, там был и летописец Димаша Макс. Будет что посмотреть и узнать в подробностях. Спасибо им за труды. Напоминаю, это был лишь обзор на передачу «Привет, Андрей», а не сама передача, поэтому кому хочется послушать Димаша, то надо смотреть в оригинале. Для удобства ссылка в описании видео. Дорогие друзья, пожелаем и дальше удачно совместного творчества Игорю Крутому и Димашу Кудайбергену. А всем вам большой рахмет. С вами был Петр Грик. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!